Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня открыл выездное заседание молодежного парламента при Государственной Думе России. В Нижний Новгород приехали представители 66 регионов России, ДНР и ЛНР. В течение 3 дней молодые парламентарии будут обсуждать пути развития законодательной деятельности молодежи. Для нас работа с молодежью является приоритетом, являлась таковой с самого начала работы нового правительства. Мы договорились о том, что ничего сами придумывать не будем. Все, что молодежь будет предлагать, ну, естественно, в пределах разумного и реалистичного, будет поддержано. Но нам нужно заниматься корпоративной культурой на госслужбе, делать госслужбу для молодых более привлекательной, более интересной, чтобы была убежденность еще на старте, а может быть еще и до прихода на госслужбу, в том, что здесь интересно, что здесь можно расти и не только формировать для себя опыт на будущее, но и планировать долгосрочную карьеру. Но мы, естественно, кроме собственных инициатив и каких-то фишек, движемся в фарватере государственной политики на федеральном уровне, постоянно взаимодействуем и с Росмолодежью, и по количеству грантов Росмолодежи на именно молодежные проекты. Мы являемся сейчас третьими по стране. Мы ждем руководства Государственной Думы, и у вас будет возможность то, что вы наработаете, рассказать и доложить, и представить впоследствии непосредственно Вячеславу Викторовичу Володину и руководству палаты. Кстати, ожидается, что председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин приедет в Нижний Новгород уже завтра.